коротенькая ножка, да? Запомнила, что мы там последовательность какую мы делали? Расскажи мне, что мы вначале сделали? С самого начала? Угу. Что мы сначала делали? Протерли ногу лосьоном, обезжирили, убрали всю грязь, то, что пыль. Угу. Угу. Потом поскрабировали. Поскрабили. Угу. Скрабили. Угу. Подняли волоски, все, убрали шкуру. Для чего мы скрабим вообще? Чтобы убрать роговевшую кожу, вот это вот, поднять, вросшие волоски, вот это вот все. Мертвевшие клеточки. Мертвевшие клетки. Помочь, да. Подняться волоскам, и чтобы они легче удалялись у нас. Да. Угу. Дальше. Потом тальк, а потом протираем салфеткой, скраб, убираем все насухо, сыпем тальк, небольшое количество. Сыпаем тальком. Угу. Все, приступаем работать. Так, удалили, когда мы все удалили на ножке, затем что протираем лосьоном, водой минерализированной. Так, убираем. А для чего мы липкость убираем, остатки пасты. Замечательно. Остатки пасты мы убираем. Потом, там уже средства, уже какое-то, да, кто как. Для Аравии именно что нам нужно? Ну, мы вот пенг, мусом. Мус. Мусом. Что мус делает у нас? Увлажняет, успокаивает, покраснение снимает. Угу. После процедуры. Да, да, да. Потом опять посыпаем тальком. А тальком для чего мы присыпаем? Чтобы закрыть эти поры. Чтобы не попала инфекция. Да, молодец, молодец, все хорошо, отлично, отлично. Медленно наносишь, образовывается валик, обязательно нужен валик. И резко делаешь немножко елочку здесь. По коленке надо делать вдоль складок. Можно просто погладить. Нога, это не так болезненно. Протянула немножко. Еще разок. Даешь время, чтобы паста подтаяла и проникла в луковицу. Прям не давишь сильно на кожу. Делаешь это слегка. Параллельно поверхность. Вот так тыкать, вот так вот. Не надо собирать пасту. Есть какие-то волоски, вот смотри, одним пальчиком локально, ну волосочек прям. Нет, да, не хочет. Он как будто бы здесь врос немного. Чтобы волоски не врастали, нужно обязательно скрабить их. На другую сторону можно их дернуть, попробовать. Может, он кучерявый волосок. Теперь вот так вот ножку делаем. Смотри, вот отсюда идем. Поставили, пальчики медленно тянем. Приподняли. Переносим опять сюда же. Медленно тянем. Валик образовываем. Натяжение обязательно. Отходим чуть-чуть дальше. Слегка придавливаем и резко. Резко. Вспотела уже клиентка. Я теперь отсюда. Ну давай попробуй. Думаешь, если я тут стою, то у меня легче получается? Нет, в смысле, да. Да, да. Все размазано. Поэтому надо идти по одной полосочке, по одну сторону. По одной полосочке надо идти. Резко, резко. Вверх поднимаешь ручку и в сторону, и параллельно. Давай. Не дави сильно на пасту, пусть она будет потолще. Да не веди, потому что паста холодная. Натяжение не забываем. Угу. Сильно давишь. Да? Сильно давишь. Должна быть толщина немножко. Валик валиком. Пальцы в кучку. Вот так. Так не делай так.
Да не стресс. Я вам больно не делаю. Все, так не заковыривай. Когда вот туда, не надо, ты же залипнешься. И у тебя все будет вот так липко. А ты что смеешься? Мне такое чувство, как будто я больно сделала. Ей не больно, ей нормально, ей даже хорошо. Настя, если вот тут прилипла паста, берешь вот так, там, где нет волос, медленно. И вот так вот стягиваешь медленно. Вот, да, вот это. И потом вот так спереди все собрала. Ну, давай. Натяжение не там. Вот, два пальчика. Только не вот так, а у тебя ногти тоже, да? Угу. Подымай выше. Не-не-не-не-не. А, ну ладно, приподняла. Так. Угу. Приподняла. Чуть-чуть дальше отходишь и сразу делаешь срыв. Только не сильный. Резче. Резко. Вот. Все. Вот так на себя не надо. Сразу раз, вот так. Все, молодец. Ну-ка, посмотрим. Молодец, ты сделала это. Не надо ложить пальцы, надо перпендикулярно их вести. Не получается? Или я просто резче. Боюсь? Резче. Не надо с самого начала забирать пасту. С конца надо, нет. Неправильно. Да, теперь, если... Ну, сначала убери то, что здесь есть. Не убирается. Ну, пытайся. А что там, он туда растет, волосок? Да, вот в эту сторону. Куда растет? Вниз? Бок. Так, вот так делать не надо. Вот ты вот так должна встать. Вот так должна встать. Угу. Вот так поставить руку, вот так. И дернуть его сюда. Не сюда. И не секость на накось. А вот так вот, правильно. Вот так? Да, на себя накладывай. Ну, в смысле, вот. Только надо держать его не так. Ага. Вот сразу правильно делай это все. Вот так. Вот так руками держи. Вот, вот так. Да. Наискосок. Научись просто срывать пасту, а волосок уже потом. Как его держать, как правильно, а волосок уже просто нужно будет медленнее по три раза проводить. Сильно не дави шпателем, это больно. Я не сильно давлю, я не сильно давлю. Давишь? Давить, да. Угу. Мне вот средний получается. У себя там? Я посмотрел, я просто сам не захотел. Молодые, чего они могут научить? Угу. А я просто как, угу. Чего они знают, так они меня и затупят просто-напросто. Вот так, вот так. Вы знали, да, что у нас тут подходит мягкое?